Для усиления группировки из Новокузнецка прибыла группа спасателей со специальным оборудованием. В составе группы 30 человек, все необходимое оборудование, в том числе водолазное для спусков, а также два высокотехнологичных насоса для откачки жидкости. В настоящее время происходит разгрузка. В ближайшее время двумя бортами и автомобильным транспортом будет доставлено к месту происшествия. Thank you.